Глубоко уверен в том, что, к сожалению, русским уже не удастся отбыться многим поколениям от этой крови, которой они замазали себя, своих детей и своих внуков. Но давайте опять-таки не будем забывать, что не существует коллективных ответственностей. Мы все виноваты в том, что происходит. Что если мы его не остановим, мы все, весь коллективный Запад, то очень скоро мы увидим здесь ядерный грипп, и это кошмар. Stop Putin, stop war! Stop Putin, stop war! Stop Putin, stop war! Stop Putin, stop war!